Ну что, Клад, погнали потихоньку. Пилим дома. Я что спросить хотел, Лёха? Это... А ЕП Навара можно получать и за тот? И... Я могу и натолкнуть. Короче, Навар, что я понимаю, ну без разницы. Да, я понял. Там тебя прерывалось. Лёш, да, можешь не пытаться. Ты умер, да. Ты чё мне пиздишь? Слышно? Ну, ты прерываешься очень часто. Ты проверь, окно Дискорда у тебя включено на полную развертку или на половину. Может, из-за этого... Сейчас. Да. Я говорю, мне пофиг на кого начислять, просто этот. А мне нужен ДК-шка. Я понял, я понял. Я просто посмотрел вчера, что это. Мне нечего на ДК одевать, только ДДшника, это долго. Этот, а следующий нюанс. Смотри, в чем еще прикол. В том, что, допустим, все равно, даже если мне понадобится какого-то босса ДК-шка, я буду сам ДК-шка. То есть тут не идет факт о том, что, блядь, тут идет хотя бы изучение тактики и убийство босса. Да, да. И дальше уже, ну, типа, пока что надо подбираться сетап. А потом уже, типа, когда нерфанул, тогда будет легче, тогда сетап не надо подбирать, могу. Да, это понятно, мне на самом деле без разницы, кем сюда ходить. Главное ходить. И еще один по поводу, кстати, воронки по роллу. Что это? Балешки закинуть ГБшку. То есть все воронки, которые падают, можете ролить. Поэтому стоит группа. Да и убейте салон. Салон не убить. Так как мимо пройти, блядь, не взять что-то полезное. Тебе гриб вкусил? Понимаешь, когда того уже топлю, но тогда рейд нормальный. Сова, это не было. Я тебя еще с советским не любовь к сове. Поэтому я за сову не бью. Самого и не сова. У кого есть 5 ледяных шаров с собой, отдам потом. О, надо адмираловские правки вставить. Дай массак. Вот оно, вот оно. Я там, да. Сполковато. Я дисп... ЗС и ОКО будут на выходные. Обычно. Что в ДВ рейде, что в вечерний. Что, Костя, классик? Ты чё, адмирал, так быстро все сделал, что ли? Вот это Соляри, Соляру. Соляра чуть-чуть рабочий, а робота просто это с полы достал. Угу. Я соляру пока робота не буду ставить. Робота там можешь просто с пылой смотреть. А ты закинул в Discord, да, ДБМ этот новый, не? Нет. Его не только я, Лёха, вводит. Рано вам, рано.
Вам ДБМ знаешь почему не нужен? По одной простой причине. Если научитесь сами все отслеживать без ДБМа, то потом даже с ДБМом он будет очень легко убивать. Да не, мне просто один дебаф забить, вот этот, который уешь, это все, я в Tell Me When забью, да, я не буду париться. А какой уешь? Ну, который диспелят, чтоб самому диспелить. Тебе нет, тебе не надо. Типа тебе себя, что ли, диспелят? Да. Я тебе больше скажу. Он кастуется рандомно, у него нет какого-то таймера. Не, мне все равно, если он на мне будет, он мне просто покажет, что он уйвание, и все, мне пофигу. Как он его кастует? Право, направо, куда вы? Че, на сало идем? Ну да. Леш, скажи, ты пожалуйста, а ЦЛК тоже на выходных будет? Чего? ЦЛК тоже на выходных будет? Не факт. Возможно, на следующей неделе. Все зависит от того, какой прогресс будет в оках. И будет ли он вообще? Вот это из-под крана. Пойдите, малень. Да, патруль. Давайте это магрить. Давайте магрить. На сейвы. Контроль, сука. Максак дал. Сука, я уже хочу танка какого-то нормального, блядь. ДК не может нихуя. Так и скажи, что ты хочешь, она крутая. Я вообще в душе не могу. Вар дисторм. Протопал уже хочу. Качай себе протопала. Качать протопала? Да. Сам на геймруй, но и битка, то... Именно там. Надо как-то сделать, блядь. Ты в танке его быстро качнешь. Родим, родим. Я просто нахуй 80-ник возьму сразу и всё. Вы ещё одна? Ещё одна. А нет, тут как все мочки падают. Не знаю, мне не высвечивается ничего. Ну, тебе не надо. Две вороночки уже упало. А чё они там ниже 2К стали, нет еще? Стали, а ещё. Науки-то еще 700. Вот, Раганца на одно забрал. Плохо, плохо. На Т5 грудак наконец-то попится. Ты грудак сролил? Нет, я, блядь, надеюсь, что я в той веке, блядь, в этой жизни с роли ебаный грудак. Не фантазируй. На ебаного паладина? На ебаного паладина, потому что появляется всегда ебаный шаман. Блядь, хоть его, что ты делай, появляется ебаный шаман. За шамана откачать, чтобы твой грудак забрать. Давай сплошному люди даёшь, ему нужен грудак. Прости, забирай на третий себе. В чем тут медведы ее? Причем проид, блядь, до паладин. И, блядь, я пока утонул, решил подходник шаман же, да? Да. И при чем тут медведы ее? Ну я перепутал, ладно тебе. Кто в этом? Точно там? Кто разбирается в вуду? Вот мне нужна сила бездны, чтобы с босса отображался стак, который луч стакается. А не вот это говно, тринки там какие-то или чего, пока тут и у Локи. Как мне это сделать? ID скилла Нена надо. А там в том ивене по ID-шнику есть хуйня? Должна быть. Ну-ка. В том ивене должна быть.
Ой, не Тел... нет, не Телмивент, сука, Вуду. Тоже должен быть. Не примерно все так работает. Если он не поддерживает эту функцию, то, то это никак. Я что-то не вижу, где тут эти ядичник. Инструмент. Этот адмирал тут? Да. В Вуду есть айдишник с плов. Вуду работает по имени, по названию. Так, приготовили массейва. Диспел, массакра пошла. Говоришь, ты не переживаешь, если ты помнишь. Давайте, вороночки сейчас упадут. Да, одной мало, согласен. Надо еще. Так а мне хули Телмивен? Мне надо, чтобы я на рейде на каждом видел, а не Телмивен. Ты уверен, что она так же называет? Ну так же она. Если это как дебаф можно забить Телмивен. У тебя же там дебаф высвечивается, как дебаф. Мне не надо Телмивен, блядь, на одного меня смотреть. Мне надо на плашках рейдер. Типа Вуду, там же баф, дебаф. Секундочку, стоим все здесь. Не агрится. Сейчас убьем, короче, провидца. Провидца, а потом будем этот. И трошить. Сюда подходите, Диест. Только аккуратнее со звездопадами. Сразу масфер даете. Масфер давайте. Активнее, активнее. Все, добили, аккуратно трошечок добивайте. От вихря мили, только отходите. Так, сразу ресы раздавайте. Кто там без боя, отойдите немножко назад, ресы раздавайте, а мы пошли трэш. Трэшечок сейчас сливаю. Потом будем бить это. Отойдите немного, тотему представьте. Саня, сейчас сагришь, Саня. Чё, Саня? Всё, поднимите мяку и япончика, я, говорю, этот трэш. Сразу сольём. Всё, погнали поправиться. Сразу, ну, дайте... Серьезно? Бейте, 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 активнее. Он вас его убил. Появится. Добивайте. Все, нормально. Отошли на рейндж. И добивайте. Якова, туда что? У кого какая погода уже? Снег у всех растаял. Да, если бы не пролет этот улыбанск, то я сегодня уебался.
Снег тоже... растаял. А, у нас плюс один. Позавчера по первый этаж выпал. Ты бы лучше спросила, он вообще зимой был у нас? Блять, лучше бы не было. Ну, у меня за всю зиму два раза выпал и тут же на следующий день растаял. Зимой. Так это же хорошо, зачем снег нужен тебе? Ты где живешь? В Петербург. Ну, там понятно. Дожди. Как бы у нас его чистят, лучше бы он вообще не падал никогда. У меня плюс один, плюс один. Я вот вас слушаю, и я понимаю, что у нас вообще офигенно. Если у нас зима наступает, то у нас, блин, не знаю, 2 метра снега просто как ёбнется. Я вам завидую. Сразу же все тает. Лет нет. Сань, у тебя там даже снегу падать надо, у тебя ветра с полей задует в горы. Там в Хабаре вообще дофига снега падает, в Хабаровском крае. Вообще жесть. Не знаю, Сань, вроде нормально все. Если зима, она, блин, зима. Если лето, то... Лето. А ты где лучше? Какая нахуй Хабара? Хабара сосет по сравнению с то, что в Камчатке падает. Говорю, я тебе говорю, вот позавчера выпал по первый этаж. В 10-м году служил там, вот когда в караул ходили, вот если ты идешь, да, с тропинки чуть шагнул, и все, по шею в снег ушел. Вы там по лабиринтам, да, хуярили? Еще раз тебе говорю, это хуйня. Норильск. Там. Этим все сказано, слышь. Там и старый тоже посидит, покурит. Что по шею снег? Там... Просто, блядь, название города хватает, чтобы понять, там что печально. Там пятиэтажки задувает снегом, это нормально у них. Это девятиэтажку задувает снегом? Пяти. Фотки видел. Вот они как вот малым, да, прыгать с крыши в снег вообще не пичкают. Ну ты прыгнул, и ты уже приземлился, понимаешь? Там просто, я даже видел пост на Бигабу, привет, это, из Норильска, там просто вот, тупо, знаешь как, вот типа детской площадки, там в 4 этажа так, такая стенка снежная. А, контор... Почищена. Твой год дети еще, наверное, не крутили с льтухи, да, с гаража в снег? Почему? Уже в планшеты пялились, наверное. Блять, я не настолько молодой. Планшеты в мои годы еще даже не существовали. А когда пялиться-то начали? Нет, это нормально. С года... Это конторы. Это год 2012, наверное, пошел первое. Господи, дети пялятся, господи. Это как на бабулькиной лавочках сидят и говорят, а вот в наше-то время. Когда Драгон... В твое-то время, блядь, я даже еще не родился. Драгон, когда начал разговаривать, тогда начали пялиться. Походу, ты как Мираж, понял. Просто не понять. Под стол еще ходит. Нет, я понял, какой ты себе смертный приговор подписал этой шуткой. Сейчас детство-то совсем другое у детей. Отличается намного. Чем оно отличается? Тем, что ты лицом в снег не падкой прыгал. С 4 метра. Вот ты зайди сейчас в автобус, да? Они все пялятся на монитор. Блин, сейчас посмотри Боже. Вообще на молодежь. На кого они похожи? На тебя. В смысле на меня, блядь? Если бы все на меня были похожи, тебе бы все пизды дал. Мальчик, не хватит, тебе приснилось, успокойся. Драгон, а ты чё, большой шкаф, да? Ну, двухметровый, да? Двухметровый, не знаю, таких. Двухметровая лунь, это ничего, ни о чем не говорит. Старик, не хочу. Смотрите, говорят, потише будь. Твой дымак слишком большой для этого. Замените меня, пожалуйста, подышать. Не-не-не, ты сидишь до конца, и мы потом идем с тобой к манекену, да? Какой манекен? Персов очищаете там, походу. Старый учит ротацию. Лока Хэм. Манекен. Вот это вот фигня. Это шаманы пускают какую-то плесень такую по кругу? Плесень.
Вот именно так она и выглядит. Вот это лужа, вот это Шиманос. Это Локи. Сука, обгоняет меня. Я нос вот уже второй уровень. Моса тебе немного. Поделись везением. И сегодня, наверное, блюдо сролит. Че, еще воронку стрелял? Ну. Ну вот, у тебя был шанс сегодня брюлю вытащить, а ты вытащил две воронки. Каждый день будете ходить в ОК, потом хуй знать будете, куда эти воронки девают. Ну это отличный повод ходить раз в день в чистый трэш пофармить и разыграть. Это единственный бонус от ОКа? И 1500 ЕП бонус, да, дают, по-моему, самый большой. Да, если вы еще и вечерний на траве придете, вам еще 1500. Народ, кто помнит гидрометру? Ну. Я помню. Он мне на форуме нарисовался, там что-то спросил, типа. То, что я написал у себя, что у меня экспериментальный ДБМ на английском клиенте работать будет криво. Он, типа, спрашивает, а кто там на английском играет? Ну, я ему ответил, пример. Он такой, типа, они учат английский, такой, дорогой мой, у тебя типа психика поломанная, чтобы это понять. Он пишет, вот типа он ее починил. Никто не помнит, как он на форуме писал, что его типа психику сломали. Пару людей. Сломали. Да, я типа вас подъебнул, он такой. Я ее починил, я пишу, чем дуркой, что ли? Это хуйня. Ты скажи, он с протоваром еще не общался. Сука. Так он вроде бы и сам себе сломал. Так короче, вот. Тактика для всех. В танках я, Кават и Войт, Тюсу, Цинь. Все остальные ВД. Сейчас я просто пати немножко пацую. Все остальные РДД или мне послышалось? Там что-то новое есть, какая-то инфа? Или все старое только? Все, что нужно знать. Основное. На 20 стаках вылупляется моб. От этого отворачиваться. Че там? Это диспелить. Че у вас там? С прогрессом. Убили кого-то, нет? Да, соляри. Всех убили. Келли сейчас пытаемся в хэме убить. Блять, никак не могу понять, что тут на Келли делать надо. Так мы не дошли еще до Келли, три босса надо убить. На трешнере вайпы здесь нет там? Нет, это короче. По всей херне. Я с Калатом на боссе. Войт с Луцинем на этих, на мобах. На большой круг ставишься, сначала все полностью, всем ридом. Сливается этого приста, жрец называется, мол. Он так будет, как в обычке, все такое по мобчу. Потом сливается провидца. Пока тут гринпеши вкачали тайфун или нет? Не, я не вкачал, нет. Беги вкачивай. Облегчит жизнь. Пока что можешь бежать скачивать. Дальше. По поводу всего остального. Босс стоит на месте. Босс не двигается. Тупо стоит на месте. Объясняю политику всем остальным. Дамагерам, хилам и тому подобное. Есть два варианта, чего мы можете сдохнуть. Первый вариант. Это на вас нету саппорта. Второй вариант, это если вы не отвернулись от кольца света, которое кастует прист, которому надо сбивать косты. То есть дала дезориентация, хилы в дезориентации, это дала дезориентация, никто не хилит, все дохнут. В принципе, все просто. Дальше, следующий нюанс. По поводу кого и что надо бить. Объясняю. Заходит сейчас, появляется босс. Все бьют босс. Появляются прислужники.
Сначала все милики, все дамагеры убивают жреца, как в обычке, и ему главное надо сбить каст исцеления, то же самое, иначе он отхилится. То же самое, как в обычке, все то же самое, просто, блядь, там еще будет дополнительный каст, который, грубо говоря, дает дезориентацию, если ты смотришь на моба. Если вы отвернетесь, то дезориентации не будет, и дальше повернетесь, и дальше будете бить. То есть там есть один каст, не помню, там кольцо света как-то так называется. Вот, от него просто надо отвернуться. Вы видите, вы бьете креста, видите это кольцо света, отвернулись, дальше бьете креста. Ну, то есть и косты сбиваете. Леха, дашь ассист? Да, да, этот, подожди. Дальше. Убили креста, все свичнулись провидца. Все свичнулись провидца, все бьют провидца. Провидец ничего такого сверхъестественного не кастует. Единственное, у него есть шторм, который ауешь. Этот шторм надо сбивать солом через тайфун. Тайфун сбивает этот шторм, и в принципе ауешки никакой не будет. Все будет замечательно. То есть провидца в теории. Теории вы можете заводить в босса. То есть при этом милики бьют босса, РДД бьют провидца. Но милики клевые по провидцу. То есть Войд провидца танчит, Луцинь танчит, блядь, жреца. Дальше. Смотрите еще один маленький нюанс. Это первая моба. Дальше. Танки, которые Луцинь не Войд. Сначала один танчит провидца, второй танчит, блядь, креста. Потом следующие мобы выходят, вы меняете. То есть Войд танчит креста, лица, а Луцинь танчит провидца. Объясню почему. Потому что на вас накапливаются стаки. И чтобы их сбросить, вам просто необходимо поменять. То есть на вас появятся другие стаки, а эти стаки спадут. Эти стаки не будут дальше накапливать. В принципе, все просто. Дальше. Еще появляется луч, который идет в босса. С рандомных, блять, вообще с рандомного места. Этот луч больше 10 стаков нельзя набирать. То есть набирайте по 5, по 10 стаков, блять, больше не набирайте. То есть все дома перекрывают этот луч, как, блять, на этом. Как в на гневе в каре обычки луч идет в босса. Здесь то же самое. Вы перекрываете луч, у вас увеличивается урон. Но опять же, на вас копятся стаки. Больше 10 стаков не набирайте. Дальше, по поводу диспела. Япончик диспела, играл диспел, не забывая. И еще второй нюанс. Метка, которая на вас вешается, при которой вы взлетаете. Если вы стоите в куче, никто не взлетит. То есть вы все нормально оставите, метка выйдет. Вы бежите в сторону, вы подлетите. То есть тут метку выносить не надо. Тут наоборот надо сбегать. 4 человека. Маги присты могут. Ну, маги присты, ханты. Вы можете и выбегать, типа, и отдельно. Лод. А потом сейвиться, типа, перед падением. То есть это можете и так делать. Так, что еще тут интересного? Больше, в принципе, интересного ничего нету. Просто, блядь, сливаем мадов. Главное сливать адов. Босса бьете посредством. И главное, то есть сбитие костов, диспел и, блять, сливание адов. То есть в первую очередь надо убивать креста. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы меньше, блять, костов прошло, меньше сбивать костов. Здесь косты лягушкой, блять, вот это все. Отвлекаешься, Лёх. Я говорю, что с пылы не, вот это исцеление не сбивается в плане лягушки, овцы и тому подобное. Здесь действуют только те, то сбивание костов, которое, блядь, это пинок роги, допустим, это заморозка разума ДК, это, допустим, блядь, что еще там, у шамана этот, как он называется, пронизывающий ветер, блядь. Зуботычина Увара. Зуботычина, Увара, да, вот такими, типа, сбиваться, тем, а, которые сбиваются.
Блять, ты что вообще? Теперь слышно, ну, прерываешься. Короче, этот, косты сбиваются теми заклинаниями, которые предусматривают сбитие коста. То есть это в любом случае должны быть именно те спылы. Ну, то есть это не контроль. В любом случае контролить не надо ничего. Овцу там никакую лягушку не надо. То есть вам обязательно там пронизывающий ветер нажали и так далее. То есть в принципе ничего сложного нету. По поводу сапротов, обязательно пейте сапроты, адмирал ДЦшиш. Так, в принципе, все. И перекрывайте порталы. Босс легкий. Все говорят, что сложно, но я говорю, что легкий. Тактика элементарнейшая, как говорится. Они будут подводить под босса. Он от обычки, ничем не отличается. Отличие от обычки этого босса, это единственное, что косты надо сбивать, и, блядь, что тут дебафы, и метку не надо выносить. То есть, все отличие от обычки. Что касаемо там... ДДР, да. Плюс держите рейндж около там 10 метров друг друга, чтобы меньше урона по рейду проходило. Дай рыбку. Рыбу сейчас ставлю. Лёх, прошу прощения, ты про диспал говорил? Да, диспал в курсе. Нам бить только когда к боссу подведут они этого ада, да? Потом пока босса бить. Сразу бить, я сразу бить. Сразу, окей. Он не важно, подведут его к боссу. Суманите? Пожалуйста. Суманите, олимпиарс. Вам не важно, подведут его к боссу или нет. Вы сразу должны его быстро сливать. Не, я не про лица, я про другого ада спрашиваю. А другого надо после жреца милики бьют трэш. Okay. Короче, сразу. Сюда вы бьете трэш. Трэш, блять, говорю, ебанулся уже. Бьют босса, блять. После жреца вы бьете босса, то трэша нет. Блять, только два ада. Даю проверку. Я первый, кого ты второй. Понаблюдайте за лучом там от ада луч. Когда он заканчивается? Все, погнали. Либо от жреца, чтобы сбивать, будет провидец, у него будет такая большая уешка вокруг себя. Вы даете у него тайфун, и каст сбивается. Все. Так, понятно? Какие танки на 8? Сейчас, подожди секунду. 8 я с коватом. Войд с луцинем на трэш. Все, погнали. Сейчас все увидим. Все, босс охуярит. Стор бери. Все, портал полетел. Короче, вот этот ключ надо будет закрыть. Сейчас поехали. Закрываем, набираем стаки. В чем помощники появляются? Я он не починил. Пиздос. Там вот нажали, диспел пошел, просто станешь. Блять. Подними кого-то быстрее, пока тут спел парит. Тронить спел. Сейчас едем, блядь. С тайфуну в босса. Босса тайфун, дайте сок. Долго вы чё-то. Олимпиарский меня. Спел. Очень долго, блядь. Уже должен был умереть там. Заберите луч. Так это чё, это, блядь, уже. Бля, чё, а чё уешный тип делает такой? Тайфун. Кому? Тайфун сбивать все это. Как должны тайфун сбивать? Я его не сбил.
какая-то. А что, меня РДДшники заберут? Или так и будут все забирать? Так а что ты держишь? Пускай босс идет. А кто-то на меня его скинул. Забери. Заберите луч. Я нашел одну штуку, которую надо 100% фиксить. Об этом... Заберите луч. Бойт, у тебя работает? Кто? Сало. Троица, вы убили. У меня стаки слетели. Два луча, это ДПС не хватает. Маны нету на диспел. Ну, маз диспел до хера маны жрет. Блядь, завесил маны ли яночку. Чего эти? Чё-то ДПС молодцы. Короче, рассказываю про одну штуку. Сейчас меня подбросил босс, и пока я летел, я получил... Я получил урон от кольцо слепящего света. Это когда на жреца поворачиваешься. То есть... Урон-то... Ты всегда получаешь от него урон. Написано 12 тысяч урона, но наносит всегда. Это нормально. Его... А дизентерию ты получаешь только если смотришь. Есть кого ставить. А почему я получаю урон? Блядь, не под боссом же вставать, вы чё? Смотрите, а то как Молдозара будут троллить. Вы нормально под боссом? Кто-нибудь за боссом, блядь, просится, находится, чтобы вставить? Там Кроня встал уже, бежит. Как же все сложно. Короче, Драгонсон, танк, спекайся. Окей. Вы умрете. А что тут танком делать надо? Стаки вырывать? Ну, в смысле, меняться. Нет. Короче, ладно, будешь на бой сюда. Сковат-то меняться. Сковат будешь... А я там... беру с мобами. Старик, типа ЕП, 250 ГП, можешь уходить. РТ до 4. Лёх, а я что-то проебал, я просто отходил, немножко что рассказывали. У нас теперь провидец под боссом, да? Да. Пиздец. Кстати, это херня каст, который дезориентация. Он тоже сбивается. Совами. Есть в этом смысл. Неликса суманёч. Как факт озвучен? Эй, блин, нас не достало. Войт, как этот дебаф называется? Значит, чародейская нестабильность первый, после стрел чародейских, и второй, переполняющий свет. Так чё это, как, вот, у тебя не анонсило, ничего? Нихуя вообще. Значит, тебе надо ядро менять. Какое ядро? Ну, я вчера одну плюшку из Пандарии добавил, у меня он работает, глянь, скриншот.
Ну, в смысле, ядро, это какой-то файлик в DBM или что? Да, это Core. Сам DBM, как это, да, с DBM Core. То, где лежат все инструкции как раз таки. Где скрин? Во флодилке. А куда смотреть на скриншоте? Ну то, что видишь, вот когда звездное пламя, хлоп. Типа в середине экрана написал звездное пламя. Звездное пламя. А зачем это? Тебе это звездное пламя? Ну и анонс. Охуеть. Так же, как и на вспышку, тоже заработал. В боте проще забить, или где он там, на людях дебаф. Тут знаешь, что надо тебе? Тебе надо объявление нареть синими буквами большими посреди экрана, кольцо света. Есть такое, у меня тоже есть. Я одного хила как минимум разгрузил. Все остальное нахуй не надо. Вот это чердейское говно не надо вообще. Я потом припишу, чтобы это только пристам анонсило. Почему, а паладинам тоже надо? Да, паладины, пускай паладины это. Чё, Лёха, как чё поменялось по танкам? Ты чё делаешь? Чё? Сейчас по-другому немножко. Чё, рыбу ставили, нет? Или я проебал вспышку? Не было. Кого-то вместо старого, наверное, сейчас возьмешь. Ты чё, Лёх, шаманишь, что ли? Причем, блять, одна и та же проблема. Ебало. Не знаю даже, в чем проблема. Ты при чем? Вот такая штука нужна, Войт, смотри. Через некоторое время начинает выкидывать. Да. Еще покрупнее шрифт, нахуй, раз в 10. И чтоб тоже монитор полностью флешил, как в контре. Да, нахуй. Вообще бы заебись было. Ну, это, наверное, уже не DBM. Как на лане, знаешь, подсвечивает уголки этим. Фиолетово. Тут надо, чтобы белым подсвечивало полэкрана. Тупо в середине такой глазок маленький оставался, и все. Нормально. Глазок, блядь? Ну вот это кольцо и для сов предупреждение этого бури. Чтобы они с тайфуном, блядь, не 5 секунд ждали, а через секунду хотя бы давали. Типа, знаешь, что было, типа, стрелочка, куда, где вот стоит, жрец. Вот, кстати, хуйня с провайдером. Вот это, кстати, да. Да, что, как дела? Бибик, заходи, греет. Да пол хп снесли боссу, блядь. Какому? Соляре. Не ожидал? В смысле, не боссу, жрецу этому снесли и сдохли нахуй. Там же жреца подобили. Там же фиксы ночью были. Да нихуя фиксы да. Не было, нихуя не применили, нихуя. Вчера, по-моему, с вечерниками три жреца убивали. Нормально. Сразу или два. Ну, смотрите список изменений. Да нету там, нету ничего. Ну, это да, это то, что с читами какими-то, с дюпами пофиксили. Просто вот как меня вчера убивало. Да, сразу да. Два они кастуют, с окна кастуют в просьбу, нахуй, хочу успеть. Ну, а вчера... Мы же меня... говорили, за это, они сдалека начинают кастовать. Ну, они так и начинают, им похуй. Ну а на рейде висит эта хуйня магия, которую надо прохиливать. Ну и что делать? Я либо думаю, выносить, либо оверхилить. Нет, больше тут ничего. Такое оверхилить, блин, там шотает. Надо... А у нас маг кидает перо или надо подбегать к другим людям? Убивает со 100% хп. Как надо... это захилишь? Слышь, Прости, а есть у тебя детали твоей смерти? Сколько там дамага, глянь? Я вчера скидывал войд.
У него такая же хрень, как у меня вчера была. Да, такая же хрень, как у Мосы. Цифры. Кони, что там, сколько? 17 там и 23 в меня влетело. 17. ХП сколько у тебя? 17 это кара, да? Да. Да, как у меня. ХП сколько? 17, 23 это ракет. Ну, под 300 бафом, блядь, 30 с копейками. Короче, 30, да? Давай посчитаем. Одна шивочка. Не выпил. Сейчас 40 тысяч умножим на 0,7. У меня вчера был саппорт. У меня было 20 это... и 17. Под шивешкой, под одной шивешкой, тебе снесет 28. Если паладин даст... Я не знаю. Сакру? Ну, там же... Я сейчас не похилили две доты, одна била по 4 тысячи, а другая про 6. Каржи, холи магия, правильно? Ага. Ну, от нее же резиста нету. Какой резист там? Это и да, я понимаю, если понижение урона, но я понижение. Имею в виду сам резист. Резист до пизды. Тебе да, надо понижение, надо давать шиве, ну, надо да, да. Либо шиве с куполом, либо шиве с протопаловской хуйней на рейд. Либо еще протовара в пати и рефлект, нахуй. Ебать. С талантом. А еще если я тебе персонально... Если бы у меня подсвечивалось как-то поярче вот это вот, когда агро на тебе, я бы среагировать успел, типа, дать вмешательство. Там на 6 секунд минус 30% дамага. Рыба стоит, поели рыбу и побок. А ты будешь кого-то вместо старого брать? Ну там Нелик же. Да вон Бибик зашел. Я же запустил, блядь, дай ассист. Сейчас, подождите. О, Войду тоже, дай ассист. Или вон шестая группа тоже замены. Адмирал, Адмирал, а где рыба-то, я не вижу. Тоже в шкафу. Блядь, закрыли ее. Ну так сумонить начали все. Чего будет? Блять, я не могу рыбу поесть. Дайте ассиста, блядь. А, вот. Вот, с другой стороны обойди, оно тут наполовину торчит. Я сейчас захожу. Я его видел. Слышишь, если я твой ДБМ кор поставлю, у меня же ничего не сломается другое, а? Нет. Ну, заебись тебя. Короче, этот... Хантаж сбить, а коста есть? Это из ротации надо убирать тогда, сейчас. Есть. Потому что она в ротации, ну, то есть автокат. Ну, это такой момент. Работает? Так, короче, тогда поступаем следующим образом. Неликса сумоньте. Смотрите, ставлю метки. Метки. Желтая метка. Здесь у нас стоит мяка. Если что, с твоей стороны бежит приз, сбиваешь каст. Исцеление именно. В квадрате. Я не говорю тебе про этот. В квадрате, если что, стоит у нас... То Никитос. Сбиваешь каст, если со своей стороны... Стоишь, если что... Но нет сбития. Он сурф. Бля, знаешь, броня в квадрате. Так усыпляют себя. За печеньки стоишь тогда кладбон, если что, твое сбитие коста, если с твоей стороны мобы бегут. Прист, сбитие коста, исцеление. А дальше. На подстраховке. На подстраховке. Возле печеньки рохот тусуется. Для подстраховки. Дальше. Возле квадрата тусуется у нас. Короче, Лоид, будешь там тусоваться. То есть, если с той стороны будут убежать, будешь хватать. Заодно сбьешь кассам. И в звездочке на подстраховку у нас будет. Кто еще касс может сбить? Ну, Элемен, но тут их нет. Ну, короче, моя сторона звездочка, если мобы бегут с этой стороны. То есть, с этой стороны мобы бегут, я с этой стороны звездочка. То есть, грубо говоря, вот где я стою, я с этой стороны мобов забираю. Вот, между звездочкой и квадратом мобов забираешь. А Луцинь между квадратом и печенькой. То есть, вы стоите сразу вот где-то на середине. По одному даете таунт второго чара, допустим, да? Вот.
По одному дает таун, по второму притяжку. Главное на себя затаунтить. Да. То есть там приз больше всего урона носит второй поскольку. Да и про... Калат и Драгон. Провидец заказ больше пьет. А че вы суммоните синс полный? Да не суммоните. Ну суммонят меня. Есть, поехал. Кават пуляешь, Драгонсон забираешь. Анонс только у Кавата идет. Я что-то остальное буду оно. Поехали. Рейм сразу набираем. Забирай. Врата открываются. Сейчас надо будет портал перекрывать. Открывайте портал. Забирай. Призыв помощников. Смотрите. Один с моей стороны проявился, забрал сразу. Вы умрете. Че там убило, бля? Взлетел возле босса. Как че ты это? Забирай. Не можешь. Подводи, подводите к лучу. Приставься, берем. Вы луч заберете? Луч. Сил япончика. Войда подними. Кто там нибудь друида скоро. Забирай. Просил его сразу. Блять, подбегите ко мне. Нормально. Подводите этого петуха, нет? Не надо никуда подводить, пускай на месте стоит. Баф, это диспел. Чем быстрее вы здесь поедете, тем меньше урона. Че этого-то надо били... бить провидца? С места убили, бейте этого провидца, РДДО. Бля, диспел, япончик, сам себя, Нелик, сам себя, урон же получается, тупо никакой. А че, я один? Че, вы босса будете бить или что? Босса, луч, милишники, подбили. Забирай. Луч. Че, провидца-то будете бить, нет? Помогайте диспелить ШПшки. Провидец без щита. Еще. Все бьют провидца полностью. Сейчас уже все могут бить. Так подойти. Пока тут что будет. Выбирай. Здесь пейла нету по людям, нормально. У вас хиллбот не стоит, блядь. Дайте. Тайфун. Дайте вот это. Стоит тайфун. Ой, да прости. Когда следующие послужники выйдут, покажет. Второй луч скоро будет. По местам своим, там. Забирай. Жрец сейчас моет и второго. Второй таун. Готов ты, БР. Да вон провидец твой. Бабл не скидывает? Нет. Все, да? Да, блядь. Не, бабл может скинуть, но это... В чем проблема босса? Вы дать ничем не отвлекаетесь, кроме босса. А там да, на два тома. По поводу таймингов, блядь. Долго сливаете провидца. Как вы же, блядь, долго его сливаете? Это пизда. Так его просто не били, блядь. Может, его убить надо? Вы должны сначала слить, блядь, приста ебучего, потом провидца. Потом танки разбегаются в те же позиционки, где стояли и ловят новых мобов, блядь. Вроде легко, да? Наверное... Приста только к лучу подводить, и там повышенный урон. Наверное, ты правильно сказал его под босса вести, потому что они в босса повернулись и хуй забили на провидца. Наверное, его туда надо ставить.
чтобы его хотя бы кливами начали бить. Ну а есть ДПС по провидцу? Ну линканите, я не знаю. Блять, я спрашиваю, а не утверждаю. Не, линканите, я хуй знает, есть он, нет. По-моему, нет. Поднимайте людей, рыбу ставлю. Вон, Никитос, блин, здесь. Блять, очень долго диспела нету, Нейликс, блять. Адмирал, япончик, блять, диспель побыстрее. Лёха, я один диспель, у меня 200 диспелов, блять, за этот бой. Покажите, покажите мне, сколько этот... Сейчас, сколько я, подожди, сейчас загружусь, я тебе скину. Ну, диспел 166 у меня. Нейликс, это серьёзно, блять? У меня соло таргет столько же. Потому что он точечно, наверное, диспелит, а не массово. Так масс кинул, масс этот диспел и всё. Дайте Дживса. И чё, меня там нет, спит? Там. Короче, все РДД. Да, ладно, сейчас меня немножко так. Сколько эта хуйня дамажит в... Какой рейндж надо на этой хуйне, чтобы она не дамажила в АОЕ? Какая? Буря? Ну, нет, не буря, пламя, которая... А это штука все не дамажит. 8. Инкани мне дебаф, вот, который вешается и дамажит в АОЕ. Сейчас. Блять, вы тогда стояли в куче, нахуй, он с двух масс диспелов сдиспелился со всего рейда, я хуй знает чего, блять. Наши тебя дамажат, не только всех вокруг, у тебя тоже. Да поебать. С двух пристов по два диспела, все, весь рейд чистый. А, понимаешь, что бывает, в раз кидаем в одно место вдвоем и все. И, соответственно, адмирал быстрее кинет, потому что у него 0,3 секунды, у меня 1 секунда с копейками. Клуб, то как-то договорились бы. Блять, скажите дебаф. Сейчас дебаф, я ищу. Гоните. Этот, который горячий. Звездный огонь. Типа, иди, что там. Сейчас, сейчас. Звездное пламя называется. Очень меня напер... Оно вокруг никого не бьет. Нахуй вы придумываете. Можно стоять я в одной тоже точке, нахуй. Написано 8 тысяч. Сразу... И 8 тысяч каждые 2 секунды в течение 6 секунд. Ебать. За одно ГКД там 20 человек в рейде раздиспелятся. Все, там никого не убьет никак. Вокруг ничего не бьет, что не придумывают. Оно никогда не било. Я не знаю, что там било вокруг. Да кто-то придумал, блин. Короче, этому. Смотрите. Все стоят в боссе, блять, полностью. Все рейд стоит в боссе. Три танка на рендже. Смотрите, лучи идут в босса, поэтому даже если вы будете стоять в боссе, милики РДД, да? Ну, в большей степени РДД. Вы можете лучше... Может, по малому кругу, прямо где босс, вот. Нахуя? Вы стоите все в боссе. Нет, я про лучи, что стоять. Ты лагаешь. Если вы зайдете, блядь, за... Смотрите, блядь, сейчас нормально слышишь?